Это, я вначале подумал, это я кнопку какую-то особую не знаю, нет. Это просто ключ не играет. Инцендиум! Давай, оделайся. Наводка. Меня вообще удивляет, как разработчики вот это смогли на рынок пустить. Игра сама по себе могла бы быть очень хорошей. Задумка очень классная. А вот реализация на нуле. Ну как на нуле? На минимуме. Ну, таки бедненько реализовано. Такое ощущение, что, знаете, срок разработки поджимал, и они подумали, ну, сделаю сейчас состряпаем что-нибудь. У меня такие ощущения. Привет. Кстати, а это ведь двор. Нам нужно его в болото превратить, нет? О, пятый уровень. Спасибо. Где-то здесь был громкоговоритель. Да, к тому же, наверное, мы сделали еще балл. Я очень рад, что мы сделали баллоны. Вот зелье. Гарри, мы постоим на страже. Мы проследим, чтобы тебе не мешали. Черт, теперь у меня чешется ухо. Нет, это с игрой это вообще никак не связано. Да, аккуратность. Не моя главная черта. Черт, возьми, Гарри. Я думал, ты нормально поставишь скамейку. Нет, ты ее поставил криво. Ты до сих пор ставишь ее криво, чувак. Попробуем по ней забраться, ладно уж. Живей! Делаю, делаю. Вот. Не верю. Пусть не болтает. Спасибо, Гарри. Да, спасибо. Я даже простила тебе святочный бал. Вам спасибо. Увидимся, Гарри. О, наконец-то мне все простили. Я чувствую себя прощенным. Прощенный воскресенье. Возьми, пора всех простить. Так. Осталось только Джинни. Ну, в принципе, мы уже подходим к концу этой ферии. Скажем так. Пока. Этой феерии с всякими заподлянками для Амбридж. Драконье яйцо! Всегда оставайтесь таким же отважным. Эх, помолодеть бы. Гарри! Эй, Гарри! Не поверишь, что мы устроили. Разлили болото для Фреда и Джорджа? Да, но откуда... Я несла вам еще одно, но увидела Малфоя и все спрятала. И где это все спрятано? И пристают. Смотрите. И тебе привет. Вингардиум Левиоса! Другое дело. А у Ника даже голова не полностью отрублена. Пошел. Неплохо, приятель. Давайте поставим ящик на середину двора. Куда Йо, это ты так получится. Торопишься? Пошел ты. Думаешь, ты такой умный? Получи, Поттер. Что, получить? Сейчас получу и распишусь. Получи, протекло. Сейчас мой эксперимент ждет дальше. Петрификус Каталус! Вот это я щит. Убивай что. Обычно. В магазине купил по той палочке. Остолбенеть.
вставать. А, мы убили большую кучу ублюдков. Заклинания стали нормальные. Отлично, Джинни, ты молодец. Спасибо, Гермиона. Эй, я тоже помогал. Спасибо, Ронни. Все время только о себе. Прям как Гарри Поттер. Надеюсь, Амбридж возьмет Гриффиндор за жабры. Давно пора. Круто. Профессор Снэк наконец увидит, что Поттер просто тупой болван. Так, хорошо. Он увидит Вингардиум и... Левиоса. Наверное, поверит. А как же? Здесь там на место встанет или нет? Или нет? Сейчас все встанет. Вот оно, болотишко, давай. Сезам, откройся за болот местный. Тебя должны праздновать. Да! Надеюсь, в министерстве Амбридж смешает с грязью. Да, утопят в жалобах. Идем? Идем, идем. Ну что-то одни контрольные остались. Акция! Я даже в принципе не знаю, куда мне идти. Было бы интересно узнать, кстати говоря. Тольная Флитвика, Северус Снэк. Да, мне бы интересно было узнать, куда нам теперь надо идти. Хорошо, я понял. Осталось еще одно болото, я просто проверю. Так, вымещенные нужны. Вымещенные камерные дворы. Где же ты? Я дух, это не то. Это где мы камеру доставали? Нет, мост, крытый мост. Мощёный двор, наверное, то, что нам нужно. Наверное. Вымощенный, мощёный. Идем туда. Что ж поделать? Ну, баллон, кстати, неплохой. Квакает кто-то, квакает. Веселить публику в такой игре нереально, ребята. Нереально. Депульсо! Кастуй на предмет, который тебе ничего при этом не дает. Не знаю, я думаю, может мне начать играть в Доту. Нет, в Доту я не буду играть. Дота — это игра для тех, кто... Не знаю, Дота — это игра для тех, кто просто... Уже не знаю, чем заняться, жизнь кончилась, и хороших игр нет, и вот играешь в Доту. Доту... Не знаю, я бы играл в Доту, если бы уже, не знаю, жизни у меня не было, то есть... Заняться уже совсем нечем, все, старчертиво, давай играть в Доту. Прокачивать там персонажей, не знаю... Скиллы и скиллы набирать. Вот. А, кстати, идем в правильный двор. Вот, не знаю, вот тогда бы этим занимался. Incendio. То есть, а, понятно. То есть очень много людей, у которых уже все, жизнь их не волнует, поэтому они играют в доту. Давай, инцендио делай. Знаете, лучше поиграть игру с каким-нибудь сюжетом. Давай не знаю. Поищем, где Фред и Джордж спрятали болото. Хоть вот. Мозг заполнится. Нет, по-простому, как все люди, они не могут. Фред и Джордж не стали прятать там, где Малфой и Филч могли найти. Поможешь мне подняться? А, все придумаем. Нормально. Мне, конечно, мне помогут подняться. Нет, это не то, что я хотел.
Он у нее вообще не закрывается. Давно пора дохнуть чем-нибудь, не нужно. Даже не верится, завтра еще воскресенье. Я думал, завтра уже... Я думал, что завтра уже понедельник. Ну, не думал, а знаете, такое ощущение, что завтра понедельник и... Не, работа не сделана. Да, сделать работу заранее, ребята, это не для меня, знаете. Не для меня. Работа заранее, боже мой. Не, я делаю ее заранее, я информатику заранее сделал, но... Не знаю, я не то, что люблю откладывать на последний момент, но большинство вообще людей, которые я знаю... Возьми, почему ты не хочешь собирать ее обратно? Почему-то именно вот... Взял, собрал, то не хотел. Еще у меня постоянно ноги в проводах замотаны. То есть даже ногу на ногу я положить не могу, потому что постоянно провода путаются. Вот. Даже именно сейчас у меня так. Что-то возьми, труба... Нормально. Главное, чтобы Амбридж нас не застукала. Ага, стой здесь и сторожи, а я достану возьми, ящик. Сколько же там проводов? Так, а ты уютишься в маленькой комнате... Ну, голландский еще хуже, у него коммуналка. Я хоть в своей квартире нахожусь, в которой, слава богу, один человек. Это... Нет, там два человека. Я и еще один. Который постоянно спрашивает чего-то. Ну, не постоянно так временами. Ничего страшного не мешает. Один я останусь в августе. Так сказать, в августе мы зажжем. Ребята. Хотя... Почему в августе? Мы летом будем зажигать. Лето-то только наступило. Сколько сейчас дней лета прошло? Фу, 8 дней лета. Потрясающе. Такое ощущение, что... Все, жизнь кончилась. 8 дней лета прошло. Сколько... Ну, в лете примерно 90 дней, скажем так. В среднем. 90 дней. Я не помню, сколько там есть дней в июне, июле, августе. Там, я не помню, 30 или 31. Помню, там 30... Скорее всего, 31, но... Не знаю, не хочу говорить. Знаете, сейчас ошибусь и начнется лор. Потому что я, честно говоря, не помню. Так, мне кажется... А, нет, мы туда идем, туда. Все правильно. Уж на ту сторону мы не все равно перейти никак не можем, поэтому... Идем сюда. Я просто заговорился и уже, знаете, забылся, задумался. У меня это просто получается. И да, мы пришли именно туда, куда было нужно. Вингардиум Левиоса! Отлично! Теперь надо отнести его во двор. Зачем отнести? Я уже сбросил. Осторожней! Почему спешно? Да нормально. Хватит орать. Дай мне спуститься спокойно вниз. Спокойно спуститься. Я вообще бы хотел поиграть в Властелин колец, битва за Средиземье, но как-то не сложилось. Войну на севере еще хотел поиграть, но там я хочу кооп. Я как бы, мне предложили кооп, но я его жду. Просто нет, я один из тех людей, которому если ему предложили кооп, он будет насиловать ваш мозг очень долго. То есть, если вы мне предложите кооп, а потом просто забьете, ребята, я от вас не отстану, пока вы или не пошлете меня, или не забаните, потому что вот так, я такой человек. Я не люблю так, когда люди говорят, ну давай поиграем в кооп, потом, знаете, это расхотелось. Знаете, у меня такого не бывает, что я расхотелось. У меня это работа, у меня не так, что я захотел, или расхотел. Я или не снимаю, не так, что... Ну, да, но... Вообще, наверное, хотя нет. Знаешь, если не уверен, не говори в первую очередь, потому что я вроде бы и так... Ты реши окончательно, а потом уже... Как сегодня, хотели поиграть в казаков, так... В итоге играл вдвоем с парнем, которому просто нечего делать, поэтому будет играть в самые казаки, а другой он все. Влад, все ломается, ломается. Боже мой. Почему нельзя просто взять и поиграть? Инцендио! Замечательно. Надеюсь, Амбридж поймет намек. Ага. Надеюсь. Вроде что на болоте? Что есть самое место на болоте. Прекрасно, Гарри. Мы установили все болотца. Филчу теперь будет чем заняться. Фред и Джордж будут грести галеоны лопатой. Они крутые ребята. Так. К
какую бы еще гадость устроить Амбридж? По-моему, мы все гадости устроили. Эй, Поттер! Чего тебе, Малфой? Профессор Снэк вызывает тебя в свой кабинет на дополнительное занятие. Иду. Все дело в том, Поттер, что ты считаешь себя умнее прочих, а сам не можешь отличить волшебную палочку от котла. Так, круто, хорошо, мы разобрались и... Что ж, идем к Снэку.